start doing evil, it's like a slippery slope. Тим Берглинг – молодой, талантливый диджей, музыкальный продюсер из Швеции, покоривший сердца как любителей электронной музыки, так и меломанов. Известный под творческим псевдонимом Avicii, 28-летний музыкант найден мертвым в Омане 20 апреля 2018 года. Позже семья музыканта сообщила, что он покончил с собой. По социальным сетям сразу же поползли слухи о том, что диджей был убит своими менеджерами. Многие высказывали мнение о том, что Avicii был жизнерадостным и веселым человеком, поэтому не мог покончить жизнь самоубийством. Мнения о смерти Avicii разделились, и до сих пор никто из поклонников творчества Тима не может с точностью сказать, что стало причиной его столь раннего ухода из жизни. Юность будущей звезды. Тим Берглинг родился в Стокгольме 8 сентября 1989 года в семье класса Берглинга и Анки Лиден. Он был младшим ребенком в семье. По собственному признанию диджея, с раннего детства его окружала музыка. Старшим братьям нравился тяжелый рок, сестра предпочитала более мелодичный глэм-рок, отец же постоянно включал записи Рэя Чарльза. Столь разнообразное звучание и сформировала музыкальный вкус Avicii. Помимо музыки, Тима, как и многих мальчишек такого же возраста, привлекали видеоигры. В одном из интервью он признался, что в какой-то период игры были для него настоящей страстью. Однажды молодой человек решил совместить оба увлечения и написал ремикс на саундтрек популярной видеоигры под названием «Lazy Jones». Тогда юноша еще не знал, что эта композиция, написанная для собственного развлечения, станет началом пути к славе. Тим был обычным школьником, и вся его жизнь проходила по маршруту «дом, школа, дом». Он подолгу не покидал даже свой район, но в один прекрасный день все изменилось. Тим наткнулся на FL Studio – цифровая звуковая рабочая станция и секвенсор для написания музыки. Мой друг рассказал мне о фруктах FL Studio, и я помню, как скачал эту программу и начал в ней ковыряться. Все было очень просто, потому что ты мог просто рисовать ноты. С этого момента он стал одержим, превратился в фанатика, днями и ночами проводя время за этой программой, перебирая сэмплы, рисуя ноты и сочиняя танцевальные треки. Тогда же и появился псевдоним Avicii. Этим словом называют один из адов в буддизме, глубокое пекло, в которое попадают отъявленные грешники, исток нижайшего ада, или бездонная яма. Дело в том, что молодому человеку понравилось это слово, и однажды он использовал его как никнейм для регистрации в социальной сети. Прозвище прижилось, и в мир музыки диджей ворвался уже как Avicii. Привет, это Тим Берг. Я тут делаю финальные правки моего грядущего сингла, который выйдет на Joya Records. История успеха. В 2008 году с Avicii связывается шведский музыкальный промоутер Араш Эш Пурнури и обещает сделать его популярным за один год. Я следил за некоторыми блогами, это было частью моей работы. И там был парнишка, который не особо хайповал в блогах и других местах. Но я что-то почувствовал. Они подписывают контракт, и Avicii получает первый заказ на ремикс песни популярного диджея Роджера Санчеса. Потом начали поступать заказы на другие ремиксы, которые становились еще более удачными и популярными. Первый концерт прошел в Майами, на вечеринке у друзей, где Тим справился с волнением и отыграл сет на отлично. Потом пошли приглашения в небольшие клубы. Первые же синглы, выпущенные в 2010 году, «My Feelings For You», «Levels», «Sick Bromance» и «Blessed» принесли новоявленному диджею настоящую славу и первых поклонников. «Levels» становится первым сольным хитом молодого диджея, и эту композицию часто называют одной из величайших в истории электронной музыки. Чтобы продать подороже права на песню, Эш, промоутер Avicii, придумал хитрый план. Ведя переговоры о продаже прав на трек с лейблом EMI за 150 тысяч евро,
Он говорит представителям Universal Music, также интересующихся этим треком, что EMI предлагают за трек 500 тысяч евро, и Universal Music не стоит конкурировать с этой ценой, так как вряд ли расходы смогут окупиться. Блеф сработал, права приобрела Universal Music, а расходы окупились. Послушай меня, когда выйдет Levels, он будет просто бомбой. Он откроет нам все двери. Тим просто офигеет от всех этих интервью, турах на радио и везде. Он откинет копыта. Говорил Эш своим коллегам, обещая сделать Levels суперхитом. Зажигательные композиции не оставляли равнодушными никого, а многие звезды оказались не прочь записать совместные композиции с диджеем. Я люблю Тима. Он самый естественный, мелодичный музыкант, которого я когда-либо встречал. Электронная музыка дошла до такой точки, когда ее не нужно уже больше сэмплировать. Можно сделать все по-новому. Понимаете, что это значит? Тогда же Авичи отправился в первый гастрольный тур по Европе и Америке. Как ты себя чувствуешь? Да отлично. Я настолько обескуражен, что не знаю, что говорить. Скажи, что ты думал, когда был там, и все кричали твое имя? Да я совсем об этом не думал. Это невероятное ощущение. Все, что сейчас было, это был весь я. Я фокусируюсь на том, что происходит сегодня, здесь и сейчас. Не обошлось и без скандалов. В 2011-м популярная певица Леона Льюис позаимствовала мелодию из трека «Пингвин». Однако девушка не потрудилась получить разрешение на использование этой музыки, права на которую принадлежали Авичи. После громких обвинений в плагиате и опасаясь серьезного судебного наказания, Леона Льюис указала имя Авичи на пластинке с синглом. С одной стороны, этот случай можно назвать неприятным, с другой, инцидент стал еще одним доказательством таланта Тима Берлинга. В том же году небезызвестный рэпер Flo Rida использовал Levels как основу для песни Good Feelings, также ставшей мировым хитом. Не менее удачно сложился для Avicii и 2012 год, который начался с номинации трека Sunshine на музыкальную премию Грэмми. Композиция стала совместной работой двух диджеев – Avicii и Дэвида Гетта. Тогда же авторитетное музыкальное издание DJ Magazine включило Тима в первую тройку лучших диджеев мира. Еще одним звездным дуэтом того года стало сотрудничество с Мадонной, о котором Авичи, по собственному признанию, мечтал с детства. Привет, я Тим, приятно познакомиться. Взаимно? Это честь для меня. Очевидно, это была большая честь разделить одну сцену с Мадонной. Она королева поп-музыки. Готов? Конечно. Я впервые возглавляю шоу. Очень нервничаю. Твой первый хедлайн? Хорошо? Да, да, первый раз. Для королевы поп-музыки диджей сделал ремикс на песню «Girl Gone Wild». Мадонне настолько понравился результат, что певица предложила Авичи подготовить совместное шоу, которое в результате вызвало у зрителей восторг. 2013-й в карьере Авичи отмечен двумя основными хитами, которые затмили остальные треки по популярности. Речь идет о кантри-композиции «Wake Me Up», вокал певца Eloy Black. Да-да, именно они, да. Я хочу быть там, быть частью записи вокала. Я хочу делать песню с самого начала. Ты словно не ожидаешь такого хода. Ты это хочешь? И танцевальном сингле, записанном совместно с диджеем Ники Ромеро. На обе композиции были сняты клипы. А в следующем году хитом номер один стала композиция «Hey Brother», вытеснившая две предыдущих песни в чарт-листах. Также в 2013 году Avicii выпустил первый профессиональный альбом, куда вошли как уже признанные хиты, так и новинки. Эта пластинка заслужила статус платиновой в Канаде, Мексике и большинстве европейских стран. Добившись почетного статуса стадионного диджея, Avicii получил несколько заманчивых предложений о записи саундтреков для действительно больших мероприятий. Евровидение 2013, которое проходило в его родной стране, и чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии. С обеими задачами он, как и ожидалось, справился на отлично. Я просто хочу сказать огромное спасибо каждому, кто отдал за меня голос. Хочу поблагодарить своего менеджера, мой лейбл.
Спасибо вам большое. По итогам 2014 года, по версии Forbes, Тим становится самым высокооплачиваемым музыкантом с годовым доходом $20 миллионов. Его самым большим хитом был трек «Levels», клип на который собрал более 306 миллионов просмотров на YouTube. «Я не чувствую, что я продаю что-то вообще», — сказал он изданию Rolling Stones, обсуждая прибыль, которую он получил. «Это музыка, которую я слушаю, и эту музыку я люблю». Следующими хитами Авичи стали треки «Lonely Together», записанные совместно с певицей Ритой Орой, и «Without You» с вокалом певца Сандра Кавацца. Прерванное восхождение. Количество приглашений и выступлений Авичи растет. В течение 3 лет плотность его графика достигает 13 концертов в месяц и приближается к отметке 500 концертов за 3 года. Чтобы как-то снимать постоянное напряжение, Тим начинает злоупотреблять алкоголем. В самом начале мне было очень страшно пить. Я не хотел сорваться. Но потом я осознал, каким был строгим с собой, когда не употреблял алкоголь. Потом я нашел волшебный вариант, употребляя пару бутылок перед выходом. Во время концерта в Австралии Тима сковывает боль в животе и его госпитализируют. Диагноз – панкреатит. Врачи советуют удалить желчный пузырь, отменить все концерты и выписывают обезболивающие препараты. Но после выписки тур продолжается. Это самые ужасные боли в животе, которые только можно представить. Такое ощущение, что тебя одновременно ударяют ножом в живот и в спину, говорил Берглинг. Теперь боль становится его постоянным спутником, а обезболивающие препараты как будто не помогают. Но через пару недель недуг отступает, появляется облегчение. И вдруг опять больница. Разрыв аппендикса. Врачи назначают лекарства после операции. Позже выяснится, что это опиаты. Доктора говорят: попробуй это, потом вот это. Это не вызывает привыкания, и это тоже. Я им верю, это медики, они знают, о чем говорят. И вот я уже пью по 20 таблеток чего-то в день, говорил Тим. Даже в больнице Авичи не перестает работать. Ноутбук везде с ним, он главный спутник Тима везде. Из больницы он едет в аэропорт и возвращается в тур. Загруженность растет, а здоровье и психика расшатываются все больше, появляется худоба и тревожность. Тим не понимает, почему так, ведь вроде все звезды работают в таком режиме. Он нанимает личного тренера, но физические возможности Тима оставляют желать лучшего, он не в силах пробежать даже 100-метровку. Наконец Тим осознает, что необходима пауза. Сквозь боль и нервное расстройство он заканчивает работу над 2-м альбомом «Stories» и отменяет все концерты. Я работал над «Stories» почти вечность. В моем расписании он был постоянно. Альбом занял 2 года. Я имею в виду, первый альбом потребовал всего 3 месяца, чтобы сделать большинство треков. И это были совершенно другие вещи. «Я никогда не мечтал о создании музыки или гастролях на таком высоком уровне», — говорил он изданию Rolling Stone. «Все случилось очень быстро, а я еще ничего не сделал даже наполовину. Нагрузка стала безумной с самого начала, но мне кажется, что у меня было время притормозить». Почти весь 2015 год Тим занимается лечением и терапией. Лечением от алко- и наркозависимости. После того, как он проводит месяц в реабилитационном центре, у Авичи, казалось, появляется новый взгляд на жизнь. Многие идеи, которые Тим придумал в этот период, не являлись в первую очередь музыкальными. Он хотел испытать себя в новых областях, найти художественные способы комментировать социальные проблемы. Видео на «For a Better Day» стало первым шагом в этом направлении. Работа с психотерапевтом Полом Таннером идет ему на пользу. Он набирает вес и приходит в нормальную физическую форму. Казалось бы, все в порядке и можно продолжить выступление. Но Тим вдруг осознает, что общение с публикой – это не то, что ему нужно. Он почувствовал, что по-настоящему счастлив, когда находится один на один с компьютером, погрузившись в творчество или в компании с близкими друзьями. Но уйти из шоу-бизнеса окажется не так просто. Друзья, родственники, менеджеры, фанаты – все просят его не уходить со сцены. Все ищут аргументы для того, чтобы он остался. Кто-то взывает к жалости, кто-то запугивает финансовыми трудностями. Но Тим остается при своем мнении и сам контролирует отмену концертов. «Я чувствовал себя хреново, просто ужасно, потому что я видел, насколько счастливы все фанаты, и мне это ни хрена не нравится. Я стою там, притворяясь, что мне нравится то, что мне не нравится делать.
Это было просто нужно мне. Я не вижу другого способа сделать это и быть счастливым. И после всего этого я решил, да нахрен завязываю. В конце августа 2016 года он отыгрывает последний двухчасовой сет в клубе «Ушуая» на Ибице и уже в декабре увольняет своего менеджера Эша Пурнури. Это было сумасшедшее путешествие. Я начал работать, когда мне было 16. Я начал гастролировать, когда мне было 18 лет. С этого момента я просто выкладывался на 100%, рассказывал диджей. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я думаю, эй, я сделал это. В некотором смысле, это было лучшим временем в моей жизни. Но у этого была своя цена, много стресса и беспокойства. Но это было лучшим путешествием в моей жизни. Тим подчеркивал, что творчество для него является делом всей его жизни. Все мы достигаем той точки в наших жизнях и карьерах, когда понимаем, что для нас важнее всего. Для меня это создание музыки, это то, ради чего я живу, то, что ощущаю, и то, для чего я был рожден. В прошлом году я перестал выступать с лайвами, и многие из вас думали, что на этом все закончится. Но конец выступлением никогда не означал конца Авичи или конца моей музыки. Вместо этого я вернулся в то место, где все это имело смысл. В студию. Следующий этап будет полностью посвящен моей любви делать музыку для вас, ребята. Это начало чего-то нового. Надеюсь, вам понравится. Так же, как и мне. Летом 2017 года Тим продолжал путешествовать. Несмотря на то, что он посетил много стран по всему миру с гастролями, Авичи редко видел что-то большее, чем номера в отелях, такси и сиденья частных самолетов. Его дядя Джесси, старый хиппи, живший в джунглях на Гавайях, предложил поехать в Перу и совершить традиционный обряд индейцев – айаваска. Так называется и отвар из лианы, и сам ритуал, который помогает достигать измененного сознания. После путешествия Тим написал, что почувствовал, что он понимает жизнь лучше, чем когда-либо прежде, что каждый кусочек головоломки встал на свои места. Тиму Берглингу становилось все более комфортно говорить о своей эмоциональной жизни. Он сообщил своей команде, что хочет дать более масштабные и серьезные интервью о своем здоровье журналистам, которые смогут оправдать его поездку. Он сказал некоторым своим друзьям, что в конце концов хочет написать мемуары. Несомненно, его история могла бы помочь кому-то еще в подобной ситуации. Последний круг ада Тима. В марте 2018 года Авичи приглашает композитора и продюсера Джо Джаниака в домашнюю студию в Лос-Анджелесе. Они проводят несколько недель, сочиняя новые композиции. Авичи играет на фортепиано и пишет тексты. У Джаниака сложилось впечатление, что Тим вступил в новую фазу своей продуктивности. 8 апреля 2018 года, после продолжительных музыкальных записей, шведский диджей отправляется в Оман. Там он посещает друзей в королевской семье страны, а уже через день после прибытия Тим берется за работу. Проводит онлайн-конференцию с членами своей команды, обсуждая, каких артистов он хочет нанять для работы над новым проектом. Авичи старался не забывать, что все же он на отдыхе, занимается кайтсерфингом и плавает с друзьями, и никогда не отказывает поклонникам в совместном фото на курорте. 16 апреля 2018 года Тим связывается со своим психотерапевтом Полом Таннером. К тому моменту тот уже уехал с Ибицы и начал работать в клинике в Швейцарии. «Я не очень хорошо себя чувствую», — сказал Тим. «Я действительно сбит с толку, Пол. Дело в том, что я хочу вести нормальную жизнь, я хочу иметь девушку и семью. Но я также чувствую, что я должен достичь просветления. Я должен помогать миру, мне нужно служить цели». Пол написал позже. Это был Тим, который так искренне хотел помочь миру, король эйфории, создавший саундтрек к множеству чудесных переживаний для других, в то же время возложивший на свои плечи невероятно тяжелую ношу. Тим тосковал о завтрашнем дне, когда все изменится, когда человечество будет свободно от безнадежности и страданий. Он, казалось, так глубоко погрузился в свои мысли, что все закружилось. Тим договорился о личной встрече с терапевтом через неделю. В тот же день, понедельник, 16 апреля 2018 года, Тим напишет своей семье: «Люблю тебя, мама. Оман просто невероятен. Скучаю по тебе и папе». Также Тим сообщит, что решился на продажу дома в Лос-Анджелесе и переезде домой в Швецию. 19 апреля к Лассу Берглингу поступает звонок с неизвестного номера. Мужчина представился Амером, владельцем коттеджа
где остановился Тим. Он рассказал, что увидел, как в последние дни его сын часами сидит у бассейна под солнцем и медитирует, почти ничего не ест и ни с кем не общается. Классу Берглингу и Анке Лиден не хватило всего нескольких часов, чтобы предотвратить трагедию. Они находились на Канарских островах и, бросив все, вылетели к сыну. Но было поздно. Утром 20 апреля 2018 года Тим Берглинг будет найден мертвым в своем номере. Позже его мать в своем интервью скажет: «Никто не смог бы помочь ему в Омане. Тогда он был на другой планете, во всех смыслах этого слова. Вот что так пугает в самоубийстве». Рядом с телом будет обнаружена разбитая бутылка из-под вина, осколком которой Авичи порезал себе вены, и предсмертная записка. В ней Тим попросит никого не винить в случившемся и укажет на потерю смысла жизни, что и станет причиной, сподвигшей его на этот печальный, необратимый шаг. «Распространяйте позитив через мою музыку в сообщениях и наслаждайтесь успехом, но не материальным. Перенесите эмоцию в песню, какой она окажется в песне, такой она и будет передана. Самая важная мантра, которую вы можете иметь, это „Я люблю тебя“». Тим, 2018 год. Личная жизнь и раскрытие фактов после смерти. Личную жизнь, в отличие от творческих успехов, Авичи предпочитал не афишировать. После смерти открылись новые подробности его личной жизни. Общественности стало известно о связи диджея и модели из Чехии Терезы Качеровой. Это произошло после того, как девушка выложила в интернет открытое письмо к своему умершему другу. «Дорогой Тим, я провела последние дни в надежде, что проснусь или кто-то скажет, что это все большая шутка, ужасная ошибка. Я думаю, что сейчас до меня дошло осознание того, что я больше тебя не увижу». В послании она также говорит, что не решалась выставлять на показ их отношения, хотела сохранить все в тайне. Только в случае беременности сообщила бы окружающим людям о второй половинке. Похороны Тима Берглинга и церемония прощания. Через 7 недель после смерти родные похоронили музыканта. Церемония прошла на кладбище на юге Стокгольма 9 июня. По просьбе близких погибшего она была закрытой. Присутствовали около 20 человек, родители и близкие друзья Тима. Свои соболезнования и сожаления о внезапной смерти 28-летнего исполнителя выразили такие звезды, как Мадонна, Дэвид Гетта, Джаред Лето, Адам Ламберт, Дуа Липа, Imagine Dragons, Рита Ора и многие другие. Большинство из этих исполнителей сотрудничали с Авичи и имеют несколько совместных хитов. Дэвид Гетта. «Произошло ужасное. Мы потеряли друга с таким прекрасным сердцем, и мир потерял невероятно талантливого музыканта. Спасибо за твои прекрасные мелодии и время, которое мы разделили в студии, играя вместе как диджеи или просто наслаждаясь жизнью как друзья». Imagine Dragons. «Опустошен известием об уходе Авичи. Работа с ним была одним из моих любимых моментов сотрудничества. Слишком молодой. Мир был бы счастливее и полнее с его присутствием и искусством». Чарли Пут. «Я хочу отдать дань уважения человеку, который действительно открыл мне глаза на то, какой может быть моя музыка когда-нибудь в будущем. Авичи был гением, музыкальным инноватором, и я поверить не могу, что его больше с нами нет. Покойся с миром». Еще мальчиком Тим ходил в церковь Святой Элеоноры вместе со своими родителями. Именно в этом храме поклонники и последователи творчества решили провести прощальную церемонию с кумиром. Это событие состоялось через 7 месяцев после самой трагедии. Больше 2000 человек собрались попрощаться с музыкальным гением. Помещение церкви не смогло вместить такое количество людей. Народ толпился на улице. Отец музыканта взял слово и поблагодарил всех присутствующих за любовь к сыну. «Наш возлюбленный Тим был искателем, хрупкой артистической душой, ищущей ответы на экзистенциальные вопросы. Когда он перестал гастролировать, он хотел обрести душевное равновесие, чтобы быть счастливым и заниматься тем, что он любит больше всего – музыкой. Он действительно находился в борьбе, размышляя о смысле, жизни, счастье. Он больше не мог продолжать». На панихиде церковный хор при поддержке фортепиано и органа исполнил знаменитые хиты Авичи «Wake Me Up» и «Without You».
память о кумире. Через год со дня трагедии родственники музыканта открыли благотворительный фонд, созданный с целью помогать людям с психическими расстройствами. Tim Bergling Foundation занимается как проблемами физических заболеваний и предотвращения самоубийств, так и ставит другие задачи – борьба с изменением климата, защита исчезающих видов животных и природы в целом. Tim хотел изменить ситуацию в мире, говорится в официальном заявлении семьи музыканта. Создание фонда его имени – наш способ почтить его память и продолжить его дело. В июне 2019 года вышел посмертный альбом «Тим». Он содержит 10 треков. Вся прибыль от продаж пластинки поступает на счет фонда. Годовщина смерти Авичи также ознаменовалась выходом на экраны документального фильма о Тиме Берглинге, режиссером которого стал Леван Цикуришвили. Постановщик был близко знаком с диджеем. Долгих 4 года собирался материал для киноленты о музыканте. 3 из них Леван провел рядом со звездой, был допущен в семейный архив, работал с личными документами и фотографиями артиста. В прокат картина вышла ограниченным тиражом. Лента не раскрывает причины суицида, но описывает жизнь музыканта, его феерический взлет в карьере. Представляя свой фильм, режиссер и продюсер сказал: «В соцсетях чужая жизнь может показаться восхитительной и гламурной, но на самом деле вы даже представить себе не можете, что за этим всем стоит». В декабре 2019 года в Стокгольме был открыт музей Avicii Experience. Его экспозиция включает в себя множество вещей, связанных с жизнью и творчеством Тима, включая личные вещи, фотографии, видео и музыкальные инструменты. Музей также имеет интерактивные элементы, позволяющие посетителям более глубоко погрузиться в мир музыки Avicii. Тим Берглинг был одним из тех, кто сместил границы танцевальной музыки. Тем, кто пришел на музыкальный олимп после него, больше не приходилось сталкиваться с предубеждениями, что диджей – не настоящий музыкант. Avicii доказал, что электронная музыка является неотъемлемой частью современной культуры. А трагическая смерть Берглинга повлияла на саму индустрию электронной музыки. Сейчас уже сложно представить музыканта, который дает по несколько концертов в день на гастролях и спит по 4 часа в сутки. После смерти Тима музыканты стали открыто заявлять об эмоциональном выгорании, не боясь рассказать о своих психологических проблемах публике. Стоила ли того жизнь талантливого музыканта? Могли ли близкие родственники предотвратить трагедию? Или самоубийство Avicii – инсценировка, авторство воротил шоу-бизнеса, как считают многие его поклонники? Как вы думаете? Пишите свое мнение в комментариях.